Компания August Entertainment. Сэмюэл Эрида, Стюарт С. Шапира и Стивен Джи Менклин представляют. Производство Freestone Pictures and Davis Films. Фильм Шелдона Леттича. В главной роли Марк Дакаскос. Только сильнейшие. В фильме снимались Стейси Трэвис, Пако Кристиан Приету, Тодд Сусман, Ричард Кока и другие. Одевайся, Тарзан, пора на большую землю. У тебя 30 минут на сборы. Держи, это тебе. Поехали. Спасибо за все. Это тебе. Я не могу. Возьми. Спасибо. Композитор Харви W. Мейсон. Оператор Эдвард Пей.
what you're gonna do is fight for your life. Now who's the savior and what's the flavor? Taste the sample, make an example of how we should be and how we could be. And one-on-one can't no man fake. Сценарий Шелдона Леттича и Луиса Эстебана. Продюсеры Сэмюэл Эрида, Стюарт С. Шапира и Стивен Джи Менкин. Режиссер Шелдон Леттич. Какой же потрясающий кофе он делает. Я только ради него пришел. Вот, возьми. Я этот возьму. Слушайте, я уже 20 лет толкую вам одно и то же про Кастро, а вы все не слушаете. Опять ты про одно и то же. Эй, парень, продаешь? У меня 20-ка. Что ты мне на нее можешь дать? Ты что, думаешь, я кроме тебя нигде не достану? Без этого материала нам не понять науку 20 века. Теория естественного отбора Чарльза Дарвина. Есть желающие? Это вчерашний материал. Ну, смелее, смелее. Эй, Керриган, с твоим естественным отбором все ясно. Мне совершенно естественно плевать на твои вонючие уроки. Боже, помоги нам. Мистер Керриган? Луис? Может, сейчас не лучший момент. Я зайду потом. Да нет, не хуже любого другого момента. Заходи, заходи, Луис. Ты извини, сегодня был тяжелый день. Я слышал, ты был в Южной Америке, учил наших недоразвитых друзей воевать. Это правда? Или нет? Что молчишь? Скорее воевал с чиновниками все эти 4 года. Теперь я вернулся. Надо как-то устраиваться. Думаешь, я могу тебе в этом помочь? Парень, тебя ждут неприятности. Пошли, спустимся в столовую. Видал? Пару лет назад поставили. Детишки или сами сигали вниз, нанюхавшись всякой гадости, или их добрые друзья туда сталкивали. Вот такие-то дела. Здравствуйте. Здравствуйте. Уборщицы уже устали их с пола соскребать. Я учитель по специальности, не сторож зоопарка. Я устал вести лошадей к водопою, когда всем ясно, что пить они не собираются. Абсолютно. Мистер Керриган, люди, как вы, не уходят вот так. Они, несмотря на все, остаются, поэтому я к вам и вернулся. Было время, когда дети, вот как ты, стоили того, чтобы их спасать. Теперь это в прошлом. Посмотри, кто у нас учится.
75% носит с собой оружие, 81% живет в неполных семьях. Что удивительного, что только 12% заканчивают школу. Вот такие дела. А эти 12%? А крестьяне, которые хотят выращивать картошку, а не мак? Не знаю, зачем тебе сюда надо? Я понял. Извините. Зря я к вам пришел. Ты будешь продавать продукт? А ну, подними. Семейные разборки, господин учитель. Вот тут братишка забыл домашнюю работу сделать. Отпусти его. Я же сказал, не суй нос, куда не просят. Не твое дело. Да кто ты есть такой? Во-первых, я не учитель. Во-вторых, ты мне испортил настроение. А в-третьих, кто сказал, что это не мое дело? Отпусти парня. Теперь это твое дело. Приведите его ко мне. Назад! Отойдите все назад! Вставай! Луис, ты знаешь, что ты сделал? То, чего мы не могли добиться за 5 лет. Ты привлек их внимание, понимаешь? У них жестокость в крови. Жестокость их окружает с детства. Видели бы вы, как они отреагировали, когда Луис вышвырнул этих торговцев наркотиками. И вы думаете, что если научить их бразильскому кунг-фу... Капуэра. Да, спасибо. Мы сможем обратить их избыточную энергию во что-то положительное? Именно. То есть, если я вас правильно понял, вы хотите, чтобы 12 худших детей... Можно же попробовать. Ну, в чем дело? Я понял. Вместо физкультуры, господин Лоренс... Луис, меня зовут Луис. Вы в это верите? Это заставит их уважать другого. Господа, господа... Да вы сами послушайте, что мы тут обсуждаем? Учить жестоких детей жестокости? Нам тут говорят, что этот молодой человек, который только что вернулся со службы в Латинской Америке, будет учить детей чему? Молиться? Нет, убивать. Конечно, он будет прекрасным примером для них. Мистер Керриган? По крайней мере, мы попытались. Ничего не получится. Погодите, погодите. Послушайте, я знаю Луиса. Мы вместе учились. Учителя от него стонали. Он был жутким хулиганом. Но появился человек, который повлиял на него. Это был учитель обществоведения.
Мне кажется, Луис хочет вернуть долг. Ведь это просто еще одна попытка вернуть обществу этих детей. Это то, чем мы занимаемся тут сами каждый день. Что мы теряем? Диана, хотел поблагодарить тебя. Спасибо, что заступилась. Не за что, Луис. Давай я тебе помогу. Спасибо, мы не в школе. Нет, конечно. Мы теперь выросли, я мог бы пригласить тебя куда-нибудь. Это ты серьезно? Нет, мне понравилось то, что ты предложил. Это что-то новое. Спасибо. Я сомневаюсь, что это сработает, но все равно я уверена, стоит попытаться. Но я поддержала тебя только ради детей, так что не стоит рассчитывать на большее. Гектор? Да, любовь моя. Помоги. Спасибо. Вот вход. А может, это... Да, вот это вход. А что с окнами? Надо их выбить. Я тоже так думаю. Вот нашли себе работенку. Нашли себе проблемы, вот что. Посмотрите на пол, тут был туалет. И здесь я должен учить делать стойку на руках? Луис, тут недалеко пожарная станция, можно принести сюда шланги. Сначала надо все вымести. Ну что ж, за работу! А вот и они. Это что, шутка? Эдди, будь добр, построй всех вот здесь. Как скажешь, Керриган. Вот так, еще сюда немного. Так, еще сюда. Остальные за Донованом. Донован, ты слышал меня? Давай, проходи. Давайте. Керриган, где тут у вас туалет? Вон там, Эдди. Давайте, ребята, вы все знаете, что у вас будут непростые занятия физкультурой. И советую вам не упускать возможность, которая вам представляется. Следите за моей мыслью. За что нам это, миссис Эспосито? Золотая молодежь? Да уж, не хор мальчиков. Не сомневаюсь, что через месяц они будут отдавать вам честь при встрече. Не подведи нас, солдат. Эд, я за это головой отвечаю. Не выставляй меня дураком. Это было бы несложно. Все, проходите внутрь. Давайте. Шевелитесь. Эй, на твою хату похоже. Ну и дыра. Да тут все разваливается. Эй, Керриган. Ты хочешь, чтобы нас всех тут завалило? Нас же раздавит.
Донован, выключи тарахтелку. Что? Выключи, сейчас урок. Ладно. Знакомьтесь, ваш инструктор, мистер Луис Стивенс. Выпускник нашей школы. Такой же неудачник? Один из зеленых беретов, и поэтому он не станет терпеть ваши выходки, как терпят другие ваши преподаватели. И он любезно согласился поработать. Это тот чувак, который надрал твоему брату задницу во дворе у школы? Я как-нибудь с тобой так же разберусь, Шей. Уверен? Послушайте, уверен? Послушайте. Вмажь-ка ему Орландо. Еще успею. Эй, ты. Сделай музыку погромче. Я сказал громче. Ладно. Довольны? Да. Мне нравится. В капуэра все начинается с джинги. Ну и музыка. Смешно, да? Да уж. Очень смешно. Они основа вот для таких движений. Эй, ты! Да пошел ты со своими плясками. Как-то не очень, да? Можно? Ну? Кассета с собой? Настоящая музыка капуэра. Я записал в Бразилии. Немного странная, но вы вслушайтесь. Эй, выключи ты эту тумбу-юмбу. Попробуйте, вслушайтесь в нее. Вырубай это дерьмо, кому говорят, от нее башка трещит. Чувак, думаешь, я шучу? Отрежь-ка ему уши по самый хвост. Ты не выключишь? На сегодня все. Завтра приходите все в свободной одежде, без обуви. И готовыми к джинге. Слышали? Как тебя зовут? Да пошел ты. Это твое имя или фамилия? Это Орландо Оливейрас. Они не имеют права носить в школу оружие. Но мы же не в школе. Не серчай, перец. Луис, что ты делаешь? Свободная одежда, не забудьте. Луис, на этого парня дело в полиции лежит с Яслей. Его кузен Сильверио, главарь бандитской шайки, между прочим. Мистер Керриган, если мы не будем верить им, как они поверят нам? Можно взять? До завтра. Только не забудь вернуть. Обещаю. Как тебя зовут? Меня? Донован. Донован. До завтра, Донован. До завтра. Надеюсь, это не единственное. Знаю, знаю, знаю. Все, верить, верить.
Вот, мистер Стивенс. Что? А, это? Я прогнал вашу кассету через MIDI-установку. Прокрутил басы и вокал слева направо на восьмой. А потом на остальной дорожке записал Брамса. Потом я проставил паузы и добавил пару звуков из настроек. Получился микс старого с новым. Надеюсь, вам нравится. Я не хотел обидеть мастеров капуэра или еще кого. Нет. Я думаю, им бы понравилось. Давайте, ребята, поторапливайтесь. Мы что, на пикник, что ли? Давай, не спускай ему. Эй, ребята, как музыка? Это Донован замиксовал. Ну, вообще. Давайте начнем. Дэнни, положи скейт. Снимайте рюкзаки. Скидывайте штаны. Давайте начнем с джинги. Шей, поможешь мне? Смотрите все. Правую ногу отставить, потом левую. Мистер Стивенс, я думал, мы будем учиться надирать задницу. Тогда слушай. Не умеешь джинговать, не умеешь драться. Это основа основ. Но, мистер Стивенс, я думал, мы будем учиться надирать задницу. Перестаньте. Сейчас же перестаньте. Урока не будет. А ну, пошли все отсюда. Кроме тебя, Шей, останься. Почему? Он же первый начал. Я сказал, останься. Почему должен я оставаться? Что? Ты так и будешь позволять своему брату колотить тебя? Или ты хочешь научиться, как надирать ему задницу? Это твой шанс завтра. Ты, Эдди, окажешься один на один перед всем классом. Весь день в нашем распоряжении. Если хочешь. Так, отлично. Мистер Керриган, оставайтесь, посмотрите. Так, чуть медленнее. Сначала медленно и тихонько, потом... Бац! Хорошо. Так. Не налетай только на меня. Отлично. Я знал, что у тебя получится. А? Да. Ладно, давай еще разок. А ну, научи нас чему-нибудь. Ты что, поднимайся, поднимайся! Давай, поднимайся!
Попробуем еще разок. Мистер Керриган, пожалуйста. Дэнни, давай. Давай. Так, так, хорошо. Теперь ты, Донован. Отлично. Вот так. Хорошо, ребята. Давай, Эд. Так, так. Давай, Эдди. Все. Неплохо, ребята, неплохо. Это беримба. Он задает ритм игре. Так. Донован, слушай ритм. Ладно? Ну, как тебе? Да ладно, попробуй. Уверен, у тебя должно получиться. Да откуда вам знать, что у меня должно получиться? Вы ни черта обо мне не знаете. Думаете, прочли мое дело и все знаете? Вы ни о ком тут ничего не знаете. Ты прав, не знаю. Но я здесь, чтобы узнать. И чему мы научимся? Чему вы хотите нас научить? Играть на этом куске дерьма? Скакать, как козлы? Ты неудачник. Неудачник. Орландо, пошел ты. Чего уставился? Почему тебя не было на уроке? Это что за псих? Наверное, он его знает? Ты так и будешь прятаться за их спинами? Орландо, или сам за себя скажешь? Я уже сказал вам, некогда мне играть в ваши тупые игры. А на что у тебя есть время? Бегать на посылках у кузена? Воровать машины? Да, учитель, я работаю на брата, это всем известно. Легавым, школе, вы ведь смотрели мое дело. И что дальше? Узнали обо мне что-то новое? Собираетесь скармливать мне эту недоделанную музыку? Знаете, что я скажу вам? Мой кузен, он не музыку играет, он бизнесом занимается, о семье заботится. Так что вам лучше уйти отсюда.
От греха подальше. Идите, учитель. Уходите, я сказал. Ты придешь завтра на урок? Эй, чувак, глухой, что ли? Мотай отсюда. Сейчас же. Вы посмотрите только. Эй, парень. Так это ты тут звезда, учитель Капуэро? А ты, видимо, кузен Сильверио. Скажи-ка мне, учитель, и много в школе платят? Вполне. Не шути со мной. Сколько? У меня есть крыша над головой. Мне большего не надо. Крыша над головой? Знаешь, друг, я уже давно не встречал святого. Настоящего, из плоти и крови. Скажи-ка мне, святой. Видишь весь этот мусор? Мне нужен кто-то, кто сделает из них людей. Если ты научишь их драться, я дам тебе такую крышу, о которой ты и не мечтал. А я многое могу. Поверь мне, дам такую крышу, и может столько кокаина, сколько мне и не вынюхать. Ну, как скажешь, в разумных пределах. Просто скажи, что ты хочешь. Что хочу? Поскорее убраться отсюда, пока я не наблевал на твои красивые ботинки. Простите. Эй, святой! Беседа не окончена. Осталось проверить твою подготовку. Посмотрим, что ты имеешь сказать человеку, выросшему в Рио-де-Жанейро. Мы быстро выясним, кто тут настоящий мастер Капуэро. Малыш. Надери ему задницу.
Знаешь что? А ты ничего. Вставай. Я сказал ничего. Это значит недостаточно хорош, чтобы тренировать моих ребят. Но для моего кузена в самый раз. Святой научит тебя основам. А потом уж я займусь твоим высшим образованием. Он моя кровь, святой. У меня на него большие планы. Не вздумай вбивать ему в голову какую-нибудь чушь. Не мог ничего лучше придумать. Пойти туда одному. Кто бы говорил, ты на улице в такое время одна. Довольно безрассудно, а? Прости. Так зачем ты ждала меня? Я знаю этот квартал. Я знаю семью Орландо. Я хотела предупредить тебя. Знаешь, их считают безнадежными, а меня — камикадзе. Ты тоже считаешь их безнадежными? Они для меня испытания. В каком смысле? В смысле, если у меня ничего не выйдет, мне придется жить с этим. Нам придется жить с этим. Неужели это тот самый эгоист, с которым я когда-то встречалась? Что там с тобой сделали? Извини. Как твоя рука? Не знаю. Посмотрим. О, Господи, сумасшедший. Сдается мне руки лучше, доктор. Две таблетки аспирина и не вздумай звонить мне с утра. Погоди, твоя очередь. Спорим? Ты теперь и стойки на руках не сделаешь. Ты прав. Это соревнование. Что ты можешь показать? Плавание или стойку на руках? Я должна выбирать? Да. Ну, ладно. Отлично. Госпоже учительнице нужно помочь? Нет, нет. Нет? Только не смотри на меня. Так ты отказываешься от помощи? Точно. Только отойди. Барабанная дробь. Держи меня. Твоя стойка на руках оставляет желать лучшего. Счастлив? Мог бы быть счастливее. Как? Луис, ты что делаешь? Сумасшедший. Немножко. Диана? До меня дошли слухи от моих же учеников про тебя и этого мистера Головореза. Он, оказывается, еще и твой бывший. А ты не говорила мне. С каких это пор ты ведешь новейшую историю? С тех пор, как ты налегаешь на фантастику. Да что происходит в этом спортзале? По-моему, это не твое дело. Хотя, возможно, ты бы так не обижался, если бы сам пришел посмотреть. Не ожидал. Очень впечатляюще.
Значит, эта техника построена на танце и на ритме. Прекрасно. Их научили давать в нос более приличным способом. Их не только этому научили, сеньор Сервантес. Взгляните. Раньше это довело бы до поножовщины, особенно между этими двумя. А что он из них сделал? Это были худшие дети во всей школе, худшие из худших. Я уже почти готов отдать ему все уроки физкультуры. Только потому, что он установил минимальную дисциплину? В целом это ничего не изменило. В целом? А в целом для вас это сразу пойти к главе департамента образования с предложением? С каким предложением? Ввести КПР в программу во всех школах округа. Господи, если это сработало у нас, это сработает везде. Да помолчите вы! Давайте, Керриган, сделайте программу. Все в порядке. Им понравится, когда они увидят. Единственное, что они хотят знать, как это вы собираетесь обучать 1200 детей? Кстати, если я чем могу помочь, скажите мне. Раз уж вы спросили, я бы хотел вывести ребят за город. Здесь. Мистер Стивенс, вы уверены, что это то самое место? Тут же ни черта не видно. Доверьтесь мне. Да, мы верим. Я думал, мы в автобусе спать будем. Ты когда-нибудь пытался разбить палатку в автобусе? Да ничего он не пытался. А мы что, индейцы? И это вы, 12 худших детей Майами. Первый раз вижу такой Майами. Да тут змеи с крокодилами водятся. И Фредди Крюгер, наверное, тоже водится. Луис, уже так поздно. Может, лучше в отель? О, мистер Стивенс, вы и самая красивая учительница школы. Ладно, ладно. Хотите спать в автобусе? Пожалуйста. Мне нравится пляж. Я буду спать на пляже. Я с ним пойду. Нет, закройте дверь. Закройте все окна.
Вы только посмотрите. Еще раз отлично. Улыбочку. Стивенс, я с голоду помираю. Ничего, потерпишь. Где твой друг? Если вы про последнего из Магикан, он вон там. Я в эти выходные должен был работать. На кузена? Да. Разбирать машины. Это верные деньги. А так они найдут кого-то другого. В нашем квартале это несложно. Поверьте мне. Мне хочется верить, что ты изменился. Я изменился. Но разбирать машины — это все, что я умею. Ну и капуэра. В твоей жизни уже все расписано. Кто продал тебя в рабство брату? Знаешь, этот мир может быть так велик, как ты этого захочешь, и так мал, как твой квартал. Я показал тебе возможности. Тебе решать в этой жизни. Я же здесь. Вот мы и в школе. Все на выход. До урока осталось 10 минут. Пикник окончен. Посмотрите-ка, детишки из песочницы вернулись. У тебя была работа на выходные. Ты недоделанный. Сильверио, ты семья. Я тебя уважаю. Но я не твой раб. Эй, назад. Это что, бунт? Это ты так с братом разговариваешь, ублюдок? Ты мне больше не брат. Вот почему вы с Ямайки такие слабаки. Семью не уважаете. Сейчас я тебе покажу. Иди садись в машину. Он не пойдет никуда, кроме школы. У него урок через 5 минут.
Никуда не пойдет. А, святой. Я мог бы догадаться, что это ты все заварил. Здравствуй. Красотка. Не выходи из автобуса, Диана. Знаешь что, святой? Заберешь моего кузена? Я заберу ее. Мистер Оливейрос, вам лучше уйти. Без вашего брата. Мой брат, если ты еще не в курсе, уже не учится в этой школе. Он теперь работает на меня. Это ваше решение или его? Знаешь, я пытаюсь быть добрым, но ты меня начинаешь раздражать. А раздражать меня — это последнее дело, если ты этого не знаешь. Пошли, уходим. Без оружия. Хочешь поиграть? Вперед. Давай сыграем. Давай. Играем на вылет. Я не играю. Ну давай же. Ну и что тут у нас происходит, господин Оливейра? Объясните-ка нам, что мы должны делать, если заметим вашу задницу на расстоянии ближе, чем 100 ярдов от школы? Семья, знаете ли. Вот, за братом заезжал. Мы уже уезжаем. Это твой выбор, Орландо. Это твоя жизнь. Это моя семья. Я не могу пойти против крови. Я вернусь. Обещаю. Извините, офицер, я на одно слово. Хочешь войны? Получишь. Счастливо, офицер. Я давно говорю, пристрелить его надо. Не лучшая идея. Он для этих пацанов теперь герой. Его надо подставить. Это будет правильное решение. Как дела, крошка? Так где твой боец капуэра? Передай ему, что если он залезет на мою территорию, мне придется забрать у него кое-кого. Думаешь, он отдаст? Нет. Тогда ему лучше убраться по-добру, по-здорову. Привет учителю. Пока. Чье это интересно? Он убьет тебя. Одно могу сказать точно. Кому-то не поздоровится.
Он нас видел. Сделаем из него тост. Кайфура! Прощай. Донман, смотри, это класс Керригана. Мистер Керриган! Мистер Керриган! Давайте быстрее! Вы в порядке? Я сейчас. Ты куда? Нет, останься с ним. Ты с ума сошел? Донован, мотай оттуда, сейчас все обвалится. Мистер Стивенс, я пытался его остановить. Школа Линкольн-Хай потрясена кровавой драмой, которая произошла после того, как пересеклись пути преподавателя новой спортивной дисциплины и местной мафиозной группировки. Преподаватели и студенты сегодня спрашивают себя, почему? Стоит ли эта сомнительная программа смерти 17-летнего школьника и госпитализации двух преподавателей? Программа, которая даже не была одобрена департаментом образования. Это только несколько вопросов, на которые придется ответить завтра в департаменте директору школы Дональду Кочерону. Ждите наших дальнейших сообщений. Ты! Вон из кабинета! Вон из школы! Еще раз увижу, вызову полицию. Доведите его до выхода. И уберите репортеров. Мистер Кочерон, программа работала, вы же видели? Мисс Уолкер, если вы еще не поняли, кунг-фу в этой школе прикрылось, его больше нет. Вместе со всеми несчастьями, которые оно принесло. Уберите его с глаз моих подальше. Быстро! Раз, два, три. Раз, два, три. В чем дело, парень? Тебе не по душе быть, как все? Плохо со слухом? Минуту. Орландо сегодня не показывался. Не думаю, что он вообще покажется. Эй, прыщ, все делают упражнения. Ты не лучше остальных. А, мистер Капу, что? Извините, если не прав, но вас больше не должно быть в нашей школе. Пошли, пошли. Я должен уйти. Берегите себя. Я слышал, они вас ищут. Вы знаете, кто. Пойдем, пойдем.
Меня тут не должно быть. Вы знаете? Да, тебя в школе не должно быть, как я слышал. Послушайте, у меня не было выбора. Да, вижу. Слушайте, вам надо жить. В смысле, уезжайте из Майами, из Флориды, как можно дальше отсюда. Янки, возвращайся домой. Где-то я это уже слышал. На этот раз они не шутят, они убьют вас. На этот раз это мой дом. Я не уеду, пока не покончу с этим. Как вы узнали, где гараж? Твой кузен — известная личность. И что вы собираетесь делать? У него алиби на тот день в школе. Ни один человек в квартале не скажет против него. Они либо запуганы, либо считают его Робин Гудом. Легавые пальцем его не тронут, а вы будете трупом. Как Донован? Он был твоим другом, Орландо. И моим тоже. Хочешь, чтобы я вот так забыл о нем? Нет, я не хочу, чтобы с вами случилось то же самое. Знаете, Керриган говорил нам на своих уроках про то, что выживают только сильнейшие. И никакое капуэра, никакой зеленый берет не спасет вас, когда вы один против целого квартала. И он так и останется хозяином плантации. Ты этого хочешь? Неважно, чего я хочу, это так и есть. Если мы не попытаемся это изменить... Где мне тут достать реактивный Мерседес?
Эй! Привет боссу! Сильверио, там такое было. Этот парень дрался и все крушил. Я убью тебя. Убью тебя, сукин сын. У него нет машины. Значит, он где-то еще здесь. Найдите мне этого сукина сына. Он мне нужен живым. Сегодня же доведем до конца войну. Где тебя носило? Пригляди за гаражом. Видел, что твой учитель натворил? Он сильный враг, братец, но я сильнее. Через час мы будем в парке Макумба. Посмотрим, кто из нас хозяин квартала. Да. Сильверио, этот сукин сын тут все разгромил. Слушаю. Он на углу Бискайн и 28-й улицы. Собери всех людей и не забудь. Он мне нужен живым. Идем, скоро будем. Что это еще за черт? Yeah!
живым! Он нужен живым! Ах ты, сукин сын! Мы для тебя сюрприз приготовили. Взять его! Это еще что за шутка? Мы пришли за нашим учителем. И это не шутка. Кучка недоносков. Стоп! Назад! Назад! Я бы советовал вам, мальчики, убираться отсюда, пока кому-нибудь не сделали бобо. А ты? С тобой мы потом разберемся. Лучше сейчас, брат. Ты не выйдешь отсюда, если с ним что-нибудь случится. Ух ты! Такой непослушный вырос. Ты прав, братец. Мы с тобой сейчас разберемся. Здесь и сейчас. Надеюсь, дамы нам не помешают. Сильверио! Только ты и я. Пора покончить со всем этим. Ну, давай покончим. Если моя возьмет, дети мои, если твоя возьмет. Yeah.
Вы будете говорить, или мы все отправимся в участок? Эй, а ты тот парень из школы Линкольн-Хай? Да, сэр. А это кто? Это Сильверио Оливейрас. Мой кузен. Это он устроил поджог в школе. Это он убил моего друга Донована. Ты готов признать это на суде? Да, сэр. И ты отдаешь себе отчет, как это отразится на репутации этого человека? С этим покончено. Он больше никто в квартале. Поздравляю. Поздравляю. Мои сердечные поздравления выпускникам этого года. От всей души желаем успехов и счастья. Я счастлив, что благодаря мистеру Луису Стивенсу в этом году в нашей церемонии произошли изменения. Без дальнейших представлений переходим... Keep the pace,
Kick the nonsense right in your face. Flip the negative to positive, and then you learn to live and learn to give. Back what you know, back what you own, and learn in life you reap what you sow. Living strong is the only way. That's why my people shout and say, strong is the only way. That's why my people shout and say,